Всем здорово, с вами Грау, и мы продолжаем Hellfire Reborn. Если помните, мы остановились вот тут в тюрячке. Как-то нам надо дальше проникнуть. Я вот сейчас как раз хотел посмотреть по карте. Дело в том, что карта тут запутанная весьма. Вот у нас большое помещение, и что я хотел сделать, куда я еще не ходил, я смотрю. И вот я что вижу, значит. Не был я вот здесь. Тут. Ага, вот туда нельзя ездить, да? Нет, можно. Так, тут был, а вот тут я не был. Вот, ни хрена себе. Тут кусок уровня какой. Пишемся. Ебануться, гуси гнутся. А как бы их повыпиливать? Ракетницы-то у меня нету. Или их как-то стравить надо? В принципе, можно, конечно, как лошьё побегать. Ага, да, ванус я выставил. Да, вон, смотрите, даже с одним получилось травить. Ёп. Так, ой, да тут замес. Глиномес пошел в замес. Я съёбываюсь, пацаны. Нет, я не съёбываюсь. Это сильно. Так, вау. Нехило так. А эта дверь рюка не открывается больше, да? Блин, то есть тут надо быстро принимать решение. Ха-ха. Уматно. А откуда тут эти говнюки подымутся, что ли, да? А вот они. То есть тут арена как-то так сделана, что они со временем все появятся. А ну-ка. Блять. Второй проеб. Жопу. Так, я знаете, я о чем подумал? Нам надо так выйти, чтобы дверь не закрылась. Вот это вот уже хуёво. Ну надо от вот этой норки сраной сыграть. Не, нихера, видите, как только я чуть-чуть продвигаюсь, дверочка закрывается. О, заебись, тут автоматчик невидимый. Это вообще пушка! И все, и короче, хер ее откроешь. То есть, вот честно. Я, если честно, сейчас вот сильно озадачен, как это проходить. Ведь вы сами понимаете, что делать миллион дублей бесполезных — это глупо. У меня есть одна интересная мысля. Мы не сюда пойдем. Мы, значит, сейчас вот так сделаем. Раз. Смотрите, что у нас еще есть. У нас есть нехоженая еще дверочка такая. Вот там, в нульцевом этаже. Тут есть лифт. В нем мы спускаемся вниз. Туда мы, то есть, пока к паукам просто не побежим. Вот тут еще можем побывать. Смотрите, тут еще какой-то лифт. Сейчас сохраняемся. А он куда-то ванус нас везет. О! Интересно, реально ли было этого попадания в еблище избежать? Я уверен, да. А вообще можно от лифта отыграть. Почему нет? Лифт — это всякая защита. Охуительно, блядь, пиздец. Знаете, если они такие охуевшие, я тоже могу включить режим охуевшего. За этого запиздячек. Вот гандон. Файт! Сука! То есть можно вообще вот так их, да, развальцевать? Ну, на это нормально. Так. Не отключай, что у меня FPS какой-то. Лифт простреливает сейчас. Ах, ебло, как залетело. Короче, отсюда прорваться беспотерно не получится. Ёпта. Ну, нихуёвый замес. Бля, это как же быть? Так, надо уводника спросить, я думаю, он подскажет. Хуя себе, да сколько в него раз это надо попасть? Из троечки, чтобы он развалился. Он же уже пиздюлей несколько раз. Так, сейф, кстати, я убил двух скелетов. Я потратил патроны, но в целом. Откуда, падла? Как я вас ненавижу, сука. Пидорасы, вы невидимые. Я вас нахую вертел, мандой хуями крыл. Так, погнали, короче. Давайте просто заштормим их по-быстрому, чтобы они не могли меня ёбнуть, я их ёбну. Это самое нормальное. Так, ворваться. Всех поразрывать, нахую покрутить. И будет нормально. Так, тут дверочка есть. Опа, привет, браток.
Я прям super fast. Это такая музыка, да, довольно странная. Тихо. Я не ту кнопку нажал. Умри. Туда же. Что-то FPS подсело сегодня. Я не знаю, что-то, возможно, лишнее. Что-то не так включил. Но я не буду лезть в это, потому что, дабы не испортить. Мне что-то казалось, вчера больше FPS было. Может... Чего? А нахуя? Подождите, если я это возьму, оно же быстро закончится. Это ж не бесконечное бессмертие. А вот тут... Тут этот комп ничего не делает? Я не вижу. Так, а, стоп, смотрите. Это выход вот туда, в тюрячку. Жалко, не на что наступить. Чтоб чуть-чуть приподняться. Но это все хуйня. Постная хуйня, обычная самая. Вот как Мивина. Так, тут и вот, вот что есть, чертила. Нет, чертила нам ничего не дает. Вот еще штука какая-то. Ну зачем я его там ханул? Кто мне скажет? Так, а я хиты взял? Тут где-то аптечка была. Че не так? Че не... А, нет, я их взял, просто у меня было... В принципе, не очень дох хитов. Вот там вентиляха какая-то. Синюю дверь нам пока рано, говорят. Да, вообще давайте четверку подсадим. Потому что четверка там лежит. Я люблю Чайнган именно за то, что он микростаны дает какие. Опа. Сохраняемся. А куда? Че это я за хуйню открыл? Я такого вот не ждал. А где это я? А это я где-то, знаете где? У меня есть догадочка. Нет, подождите, мне не сюда. Мне в противоположную сторону. Ха! Ха! Люди добрые, смотрите! Писюнами помашите! Я ракетницу забрал. Разрывать я буду кал. А я еще так морочился в прошлой серии. Найду я эту ебаную ракетницу? Не найду. Ну вот и смотрите, мы как бы в то же самое место можем попасть, но по-разному. Пошли нахуй. Я думаю, что можно из этого всего как бы какое заключение сделать. Так, вентиляшку бы еще сбегать. А, пошлите там еще раз прошебуршим. И... А, ну мы можем, знаете, что сделать? Мы можем вот тут зайти взять ту зеленую хуйню. Так, тут точно ничего не открывается. Значит, вот здесь, в соседнем. Мы можем взять зеленую хуйню. Забрать пули. То есть юзаем компик. Идея в чем? Мы юзаем компик. У нас опускается инвизи... бронилити, короче. Жопа не пробилити. И мы бежим вот сюда, там где у нас полковник вот этот. Ну. Вернее, подъемник, блядь. Какой полковник? Сохраняемся и пошли джигурдить. Пидораса вот этих, особенно наверху, надо попереписюнить. Сосейского, быксика. Я не знаю, есть ли смысл в том, что я делал. Может, она пятерка их поебашит чуть-чуть. Ой, ой, бронилите, сосилите. Помогилите нахуй. Кстати, вы смотрите, если с этой стороны зайти, у нас остается вот это убежище. То есть нам не рвут очко. Так мы... А, нет. Блядь, откуда же я сюда заходил? Нихуя себе, меня попетушили сразу. В общем, в чем дело? Вы помните, мы из какой-то желтой дверки выбегали и нас рвали всякое. Потому что дверка за нами закрывалась, съебаться нам было некуда. Лети, лети, ракеточка. Кстати, что у меня по ракеточкам? Давайте определимся. У меня есть вот эта хуета. Этот, фалопинус. Но я пока им не буду пользоваться. Я на что смотрю? Я тут был или вот там на другой стороне, наверное, да? С другой стороны был. Вот, отсюда член этого... Ой, блядь. Лоха видно. За решеткой, который... ходит, то есть желательно отсюда стрельнуть вот сюда, вот сюда, вот сюда, не получить в лицо. А, блядь, залупа. Ну, всяко, смотрите, тут же, наверное, тоже пауки подымутся. Хотя я вот не знаю этого. Мне кажется, это такая все полусекреточка. Так, да, у нас, да, два симметричных двора,
то есть такая тюрьма еще с дворами. И я вот не пойму, тут лохи подниматься совсем не планируют. Если нет, сейчас мы его так сделаем. Да ну вашу, сука, залупу через ногу и подмышку. Охуеть. Нормально. Хороший цемент. Все, можно ебывать. Все ебывать. А, это как? Да ну вы заебали. Смотрите, я выхожу и выходит по... Что-то вообще не так пошло. Ебать! Я из-за стены вышел. Она на меня старгетила? Или она просто так летела? Как это происходит, сука? И бежим обратно в норку, срочно. Вот сюда. Все. Фух, получилось. Вот сейчас там файт завяжется. Мы постоим, пождем. Мы подумаем, пока куда еще сходить нам можно. Нам-то, в принципе, ничего особо и не надо. И нам еще, вон, видите, можно в те камеры пока сбегать. Я просто не пойму, тут бой идет, не идет, как-то вяло. Я хочу им помочь, под, скажем так, разогреть их чуть-чуть, понимаете? Сделать им вармап. Вармап сделать. Сосиски. Трэсхолд пробил он тебе или нет? Или я тебе сейчас очко пробью? Сучонок. Они весьма занятыми выглядят. Вот этого ебашек там на ближнем. Куда ты, блядь, пиздячишь, дурачок? Почаще, наверное, лучше сохраняться, знаете. Я вот что-то залип и думаю. Ёбаный насрал. Ну вот, разъебашь я этот двор, что дальше? А, кстати, еще вопрос такой, на засыпочку. Блядь, прилетело. Вопрос в том, нахуя я оставил дверь открытой? И куда ведет вот эта штука? А, ну это шкаф наш. Я забыл почему. Опа. Ёбаный в рот! Как он меня прям так хуп. Это прям что-то какое-то переборище. Вот. Мне это очень мап 07 из Стародума напоминает. Нам надо сейчас выиграть. Стой, ты нахуй. Поди в очко. Заебал. Драконий. Пауковник. Пауковник. Так ты не тупишь. Бля, посмотри, как он технично уклоняется. Пидорас. Скелетра. О, все. Мне аж даже не жалко стало ракет. Сюда. Сейф. Пукан себе стрельни, муди. Вау, это вот это уже тяжко будет. Так, мне вот туда надо. Как мне туда попасть? И откуда по мне лупят сейчас? Стрелял какой-то петушок только что, я точно помню. Было дело. Давайте смотреть по окнам, всяко в них кто-то может быть. А, вон еще, смотрите, гондон. Фу, блядь. Так, я уже понял, что надо делать. Вы не поверите. Ебать. А что там, никакого препятствия нету? Ну это печалька. Ладно, берем ракетницу и как бы бомбим его просто в упор. Чтоб он не охуевал. Сейводов, я знаю, в этой серии будет. Да хуя! Потому что я весьма не готов был к открытым пространствам, к перекатам, укрытиям. Но, как обычно, монтажа не ждите, просто потому что, как бы... Я же для чего-то это все снимаю. Это же часть прохождения. Мне же впаду и так далее. Так, ладно, короче, лучше не доебываться до них. А что, я так долго прям мансую? Да, уже 47 минут, нихуя себе. Ну, по большому счету, а что мы за это время успели? Ну, значит, выйдет серия длиннее, чем я думал. Всего-то. Это все хуйня. Вот. Синего ключа нет пока. Я думаю, это не зря. Вот мы сейчас тут оббежим по кругу. Ой, 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 ой. Да ну нахуй. Откуда оно стреляет? Вот туда сразу ракету надо.
отстоимся. Так, ну, более-менее пока терпимо проходим, смотрим. Мы тут никуда не можем пойти, пока никуда. По-моему, он лег. Вот. Моё. Эй, у тебя все нормально? Кого-то видел недавно. Ну, я думаю, многие знают это, эту переозвучку, скажем так, русифицированную для Дума. Хотя я, кстати, сейчас точно не скажу, это sai.vat, либо russian.vat. Ну, один из двух всяко. Третьего варианта практически что и нету. Есть еще озвучка от альфа-версии Дума, вернее, не от альфа, а от демки. Shareware Doom на русском. Там вот свои тоже еще какие-то звуки. Не такие же, как в оригинале. А все остальное, как бы, не так много, короче, русификаций. Ну, именно старых. Сейчас-то современных много делают. А вот именно того периода, там, до 2000 года, русификации с гулькинхуй. А так хоть какая-то, да, блядь, что ж такое без руки? Ну, тут боковой этот прострел идет, если честно, он напрягает. Пока подождешь, пока все ракеты их не пролетят, вот этот сразу тоже ждет. Блять, ну конечно он не успел в спину пиздячить. Что мне с ним делать, я не знаю. Пошел нахуй. Ты будешь моим укрытием, хватит. Делаем вот так просто. Куда оно там полетело, хуй пойми куда. Ну и вот я, короче, считаю, что sai.vat, russian.vat и как бы вот этот от Shareware Doom, это единственно православные, скажем так, переозвучки. Тут можно вот вниз, кстати, сука, дебил. Можно было вниз, короче, спрыгнуть. Сейчас мы так и сделаем, наверное. Вот сюда. Взять ракеточку. Гандон, собака. А, так их там рой пидрил, смотрите. Так, тут надо не просто спрыгивать. Ну как вот это все можно учесть наперед, скажите. Кто-нибудь мог бы из вас это все наперед знать? Никогда не проходя до этого Hellfire вот этот. Я не уверен в этом. Если кто-то сказал да, то он, скорее всего, спиздел сейчас. То, что знать наперед, с какой стороны Shadowman поставит тебе очередную пипердокрысу, невозможно. Шел ты нахуй, скелет тротище, блядь. Скелет вздрочище. Вот так я их распетушил, смотрите, как папка про. Эй, блядь, не получилось уклониться. Уклониться от урона. Все. Так, готов. Call of Duty я прям отдыхает, если честно. Опа. Я вот такого не ждал приема. Теплого, радостного. А тут что было, кстати? Тут окошко, да, и тут окошко. Ублюдство какое, ебаная сторожка. Всего-то два окошка. Ой, блядь, ну нахуй я сохранился тут. Тихо, там он пидорас где-то сбоку, блядь. Говнище какое. Сейчас вообще просто хиты нам уже нельзя терять. Все, убили. Убили. Это совсем хардкорная эта карта. Совсем прям уж. И смотрите, каждого вида монстра Shadowman нашел, где поставить. То есть для каждого нашлось применение, по большому счету. Ну, почти. Ох, нихуя себе, там еще батарея импов. Посмотрите, оценили? Зачем я потратил последнюю ракету? Кто мне скажет? Ладно, нормально. Сейчас будем вот это вот тут воевать, да, пошел. А, я в него, видимо, уже стрелял ранее. Я не пойму, я что, по кругу бегаю, как дебил? Нет. Это все челлендж. Так, пачка. Да ну нахуй, откуда прилетает? Ну так тоже ж не бывает. Прям из ниоткуда в никуда. Так, вот 49 хитов и насрать. Я меньше не позволяю быть. И ракеты я последние не буду тратить. А, я их уже потратил. Какой я молодец.
пидорясы. Пидорясы. А, вон оно откуда летит. Хорошо, хорошо. Ебало, конечно. Ладно, пусть уже так. Ну а шо, шо? Что-то выдрачивать. Выдрачивать-то и нечего. Нет, стоп, а где я только что пачку шелсов брал? А, шелсы есть. Чё я подумал, что шелсов нет? Да ну нахер, ну что за подлючая карта? Ну она меня уже напрягает. Не, ну как, не, нормально, ничего такого, но заёбывай. Вот это вот беготня по кругу, бег с препятствиями этот ёбаный. А ну, всё, ну давайте когда-нибудь будем, посмотрим, что интересно. Так это не Каныга. Ебать, выжить, выжить! Есть. Смотрите, как я мансую. Прям как папка про. Полный чайнган, а я, блядь, как мудак. Ну, блядь, ну, конечно, сзади в жопу напихали уже. Но это нереально. Бля, и тут летит, и там летит. Я против таких, как... Да, уебаться. Это не получение удовольствия, это именно конченое выдрачивание. Самое беспонтовое, самое неинтересное, которое только может. Вот откуда мне сейчас прилетело? А сейчас от тарахнутрона. Хорошо, отлично. Да и хуй с ним, в принципе. Прилетело и прилетело. Пойду по контуру убивать пидораса. Я ебал вниз, вот туда сейчас бежать. Ай, блядь, какой ты ублюдок. Ну вот как она сейчас в меня попала? Ну это же чушь. Да, все будет. Так, мне, короче, надо сейчас подбежать. Вот тут дать дуплет и съебаться назад. А почему у меня три хита опять? Опять подбегаем. Даем дуплет. Даем дуплет. Забегаем сюда, ныкаемся. И мы, по-моему, сейчас в относительной безопасности. Только не вот на этот сейф, а на вот этот сохранимся. Потому что стрёмно всяко. Один до удара, я как бы... Я нычар. Ревенанты, тенщи, подлетели. Да, то есть он принципиально, чем сильнее горит у меня пукан, тем чаще он стреляет самонаводящий. Это факт, это проверено, это доказано, это уже аксиома, понимаете? Погиби, я заебал. Сколько вас много, ребята, ну это полная. Так, тут тоже синий. Ёб твою мать! Уедь нахер, пожалуйста! Фу! Ну его нахуй! Сейчас, дробаш возьму. Пусть приезжает обратно. Упади, мудила. Ну я, если честно, даже слегка на это... Напряг пупок успел. От его появления неожиданно. Уай, уай, уай! Май, о, май, не успел я. Май. Так, что-то не идеально идет. Иди сюда, мудила. Как ближе. Чтоб я не парился, не косил. Душой не кривил и так далее. Блять, ну это уже мой задух. Отлично. Разменялись. Быстро. Понимаешь, просто ебать. Почему я после каждого рахнотрона не сохранился? Я ж в прошлой серии так делал. А в этой почему-то забываю, что каждый монстр сохранился. Каждый монстр сохранился. Иначе жопа писюн. Зря их тоже не обидеть на себя. Так, сохраняемся. Нормально вроде идет дело. Так, смотрите, вот что еще я вижу. Вот там вот Чайнгей. Где ты, пидорас? Я его тупо не вижу сейчас, как вы понимаете.
пидорас, упади. Я думал, он мертвый давно. Так, а это та дверь, короче, сюда пройти нельзя, я понял. Интересное кино. Я смотрю, кругом говно. Так, синий ключ где? А где синий ключ, я найду? Хороший вопрос, правда? Вот, охуенно, еще лучше. Как так? А где он взялся? Откуда он там вышел? Его не было вроде бы. Или в чем прикол? Нет, правда, его там не было. Я ж опускался сюда, там никого не было. Членота какая-то. Хуй пойми. Сейчас будем искать секретки. Говно всякое. Самое время. Ага, вот тут я не был. Интересное местечко, между прочим. Вот, смотрите. Прохождения какие-то тут. Как тут? Блудить приходится. Вот патроны я отожрал уже. Броня какая-то появилась, хиты какие-то появились. Вот интересное место, гляньте, какое-то. Прям бункер, бункерище. Ой, тихо, не шипи на меня, муди. Ебать! За что? Пиздец какой. Так, или я не туда иду, подождите. Да, я не туда иду. Чушь какая. Ну или просто... Просто водник хороший был. Может, я поэтому туплю? Вот оно, это место. Сейчас мы тут сохранимся сразу. Тут мы вряд ли что-то откроем. Жалко, плазмы у меня нет. Так. Сели, выстрелили, встали. Пошел, куда он снимался? Ублядок, сука, рогатый. Отлично. Вот это уже кое-что. Вы согласны со мной? А что я открыл сейчас, кстати? Хороший вопрос. И вот смотрите, там я вижу ракета на трейлере. На том трейлере ракета. В принципе, все самое нужное, все самое стопы. А тут этого не было. Что там поднялось, открылось? Вы видели, да? То есть тут лампочка включилась, а тут ничего не было. Стоп, открылось вот это окно. Или я хуйню несу, да? Нет, это вряд ли. Это точно вряд ли. Сейчас мы, я думаю, сможем куда-то выйти. Какие-то ворота где-то откроются. Или нет? Да, ну хуй его знает. По идее, да. Знать бы, что оно открылось. Ну, смотрите, по логике вещей, нам надо сейчас выйти в какой-то из внутренних дворов. В этом мы были. Так, смотрите, из этого можно идти туда. Туда уже нельзя, да? Тут мы всех выкосили. А вот в соседнем свинки бегают. Свинки по имени Пинки. Короче, сейчас пробегаем уголок. Вот этот. Вот туда бежим. Вот туда. И нам надо, ну, я сказал бы так, что попасть в соседний двор. Так, тут вот. Ну да, вот он, соседний двор. Свинки, я так понимаю, у нас именно здесь? Да нет. Самое интересное, это вот то, что нет. Или я их не вижу, да вот они, блядь. Просто их не видно. Падает. Так, ну что, ракетница, да, мой ультраписюн поднялся. Ну, знаете, что я подумал? У меня же там берсерк в начале уровня был, да? А я забыл совсем за это. То есть, что у меня ультимативный кулачок есть. Кулачок, порви бачок. Нагни рачок. А вот эту дверь я не нажимал. Я что-то такой хуйни не припомню. О, въезд! В тюрьму! Вход, входище ебаное. Вот. Так, а что мы можем отсюда? Куда пробраться еще? Надо еще куда-то пробраться. А то, что мы бегаем и никуда не прибегаем. Еще тот факт, что на каждый трейлер отдельно спрыгивает, тоже заебывает. Ну ладно, блин, это уже другой разговор.
Ну, пошли, короче, вот туда направо. Ну, вернее, так, на. Куда? Сюда. Сюда. Синего ключа у нас до сих пор нет. А тут выход куда? А тут выход сюда. Поехали. И где-то злобные женщины начали рычать. Так, тут, блядь, нехуй делать. Вот тут. Вот! Я вот сюда хотел давно вернуться. Блядь, не сюда. А как так? Я, если честно, сейчас сбился с линии прохождения. Куда сейчас вообще пойти? А вот сюда. Так, тут лифт. Давайте посмотрим, где мы в принципе еще не бродили. Может, я там что-то не нашел? Или у нас какая-то внутренняя секция открыться должна была? Кто какие? Кто что об этом думает, скажем так? Так, ну ладно, если уж... Стоп, нет. Это неинтересный вариант. Мы вот туда ехали. Угу. Так, вот вход. Что-то вот именно вот тут вот проваги какие-то есть. Я просто пытаюсь понять, где я еще не бегал. Неужели мне опять на этот ебаный парапет идти и обходить вот все вот эти кельи сраные? Судя по всему, кстати, да. Именно этого от меня хочет Shadowman. Ай, блядь, какая карамба. Сейчас попробуем. Не, я вот сюда хочу сначала сгонять. Вот там что-то, по-моему, недооткрыто. Смотрите, камера и выход наружу. Вот это, вот в этой... А, тут так тут нельзя мимо туда пройти, да? Плохо. Это так-то плохо. Нахера я сюда тогда побежал? Вот сюда как-то я хотел зайти. Блин. Ёбаная миникарта. Ну это битый лифт. Нам сейчас сюда не надо. Нам надо как-то обратно вернуться, наверное. Сложная конструкция достаточно. Как по мне. Стоп. Блядь. То есть вот тут просто так вернуться тоже нельзя. Все со сложностями, ёпта. А вот в то крыло нам не надо. Не, нам, наверное, куда-то в середину, а туда в офисы надо. Я не знаю. Я просто не вижу у себя в инвентаре синий ключ. А я так понимаю, он должен быть. Давайте вот тут через двери позаходим на внешний периметр. А как я еще, кстати, выходил к этой, к тюрячке? Вон, через желтую дверь. Вот знаете к чему? Можно пойти как раз именно таким путем пробежаться. Вот так. Да, хороший вариант. Сейчас в красную дверь, потом в желтую. Блять. Не так. Вот так. Ты что за хуйня? Как так? Блять, мне сюда не надо. А, так я понял, да, это не так просто. Я думал, тут можно сразу на стену подняться. Все очень хитро, на самом деле. Такая конструкция, весьма задроченная. Но интересная при этом, я скажу честно. А, так вот, тут в какой? Вот, вот в эту дверь, если... Нет, не в эту, вот в эту. Входишь? Помните, мы там тоже ж выходили в тот внутренний периметр. Тут вот такой выход есть. То есть, смотрите, насколько нелинейно можно проходить по разному уровень. Но я не понял одной штуки. Ну, тут у нас башенка открылась, мы поднялись, пробежались. Что мы из этого поимелись? Я не очень понимаюсь. Пошлите еще раз пробежимся, может что-то найдем, потому что мне не очень ясно, куда мне дальше идти. А тем временем я уже час бегаю по этой сраной тюрячке. Я понимаю, что побег это дело серьезное. Вообще его надо планировать заранее. И я надеюсь, что никому из вас не придется его планировать. Но по факту... Это гемор, блядь. Карта геморроя. Это как красный ключ, только геморройный ключ. Цвета раскаленного очка. Так, где я не был еще? Вот тут я не был еще. Придется спуститься, правда? Я считаю, это нужно было сделать.
Так, может я вот тут что-то где-то попроебал? Может тут зайти куда-то можно? Вот. Вот там я не был, кстати, в этой колонии. Смотрите, надо будет спуститься, побродить. А ну пошли. А как тут подняться? О, печалька, ёханый бабай. Это все бегает, зря я спрыгнул в этот двор сраный. Ну ладно, пошли. У меня есть же тут секреточка. Где? Или у меня ее нету? Это была где-то, вот она. Поехали. Все, съебались. Потом поебались, я говорю. Не-не-не, нам вот туда в дверочку надо. Так, и тут через дверочку. Ага, я так не пройду. Я понял тебя. То есть мне надо всякого туда выходить куда-то. Это, блядь, надолго. Это называется The Long Walk. Нихера я тут никуда не выйду. Либо выйду, сейчас узнаю. Нет, это херовый вариант. Значит, напротив. Я их все путаю, эти лифты. А, это лифт никуда, опять же. Да, блядь, ну что-то я... В общем, возможно, уже просто вот эту ебаную беготню я повыпиливаю. Потом возьму, обрежу. Я потому что бегать и не понимать, нахуй ты сюда вообще прибежал, это напрягает. Я вижу там он несколько вариантов, куда можно побежать. Но, во-первых, вот синяя дверь закрыта. А, во-вторых... Ну да, а ведь надо бы туда. Во-вторых, я не понимаю, куда мне бежать за синим ключом, а он явно нужен. Вот это место меня сильно интересует, если честно. Вот там внизу я был? Наверное, не был. Вот. Так, может я вот тут где-то что-то... Ага, все, вот где я проебал. То есть тут две симметричные конструкции, по большому счету. Если я сейчас еще одного Орквайла тут, сука, увижу, я не удивлюсь. Помните, как Орквайла так... Мы туда, а он отсюда. Блять, ну тут мы были. А, ну тут нету никаких баронов хелп. И вот выход, да? Нам явно этим надо как-то воспользоваться, я так думаю. Давайте еще вот что нужно. Ой, блять, ебаться, всраться, я так и знал. Сейчас, подождите, видите, я не зря это сделал. Так, нормально, с огурчиком. Дело не в этом. Я думал, это как-то связано с тем, что я на дату это нажал. Ну ладно. А что теперь должно было измениться? Я так понимаю, какие-то решетки убрались, да? Какие только? Нихуя не убралось. А зачем мы выпрыгнули в это окно? Или там внутри что-то должно было поменяться? А ну сейчас посмотрим. Давайте глянем. Я только нихера правда не понял, на что это должно было повлиять. А, ёбаный в рот. Вы поняли, в чем дело? О, так, ладно. Погнали. Хер с ним. Мне уже интересно, что ради чего столько беготни, ради чего этот ссаный ключ. Я хочу поквитаться с этими ссаными синими дверями. Они меня бесят, звят. Я хочу, короче, порвать. Вот поехали на... Нет, на этом лифте мы не поедем. Чёрт. Чёрт побери! А как мне отсюда заходить? Я все, блядь, путаю эти две коробки. Два лифта ебальных. Так, вот сюда куда? Сюда это мы в шкаф выйдем. Ну и нахера я спустился? Как-то тупо, если честно. Дверка эта сраная не открывается. Тут что, колонна какая-то? Вот уебанство. Придется возвращаться цивильным путем. Через фойе и другое крыло. Я так понимаю. Слишком уж хитро вот эти крылья тут замудрены. Одно туда, одно... Ебать! Ничего себе! Да, у нас же дверь была, да, под синий ключ где-то? Или она вот это и открылась? Сейчас, подождите, вот тут была под синий ключ дверочка где-то. Да-да-да, была точно, ну побежали. В какой-то из тех ниш была дверочка под синий ключ. Или она сама открылась. Вот тут где-то дверка была. Нет, не тут. Вот тут, значит. Вот.
А, ну видишь, тут ключ лежал. Все, я про нее вспомнил уже тогда, когда я ее обчистил случайно. В общем, что мы делаем дальше? Подняться нам как бы, я вот думаю. Ну, нам, наверное, сейчас вариант самый лучший вот так через крыло вот это съебывать. Там где-то ж спуск был у нас? Или не было? Или я гоню? Так, тут мы были. Нет, так я так не выйду. Я не очень понимаю, куда я должен выйти. Или я вот так должен подняться опять на этот парапет, блядь, через лифты. Ёханы бабай, это не очень радостно. Или может я вообще сейчас дико адово туплю? Серия затягивается. Ну, это в принципе не самое страшное. Есть вещи пострашнее. Так, ну давайте вот так. Вот тут попробуем где-то ливнуть. Ливнуть эту реальность. Вот желтая. Нет. Нет, такие за красную. За красную лифт в желтую. Все, вот сюда. Вот выход. Наконец-то мы сейчас в эту башенку поднимемся. Бля, черт, я правда не хочу и заканчивать серию, не закончив уровня. И ничего монтировать особо вырезать тоже я не хочу. Вот. А нахуя мы что? Нет, мы тут не были. Подождите. Тут что-то не так. Что-то тут. Нет, мы тут 100% были, ребятушки. Значит, побежали в обход, в оббег всех этих препятствий. Запомнили, что именно вот в этом углу мы можем подняться. А, значит, вот так пошли. Чертивня, якась. Что у меня с гаммой опять за говнище? Хотя ладно, пусть будет. Говнище с гаммой. 50 оттенков говнища. Все, вот оно. Пук! 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 Suck it down, monkey shit! О, нет! Нет! Блядь! Падла! Это что, мне все опять нахуй оббегать? Вот это прикол. Я забыл сохраниться, прикиньте, вот это затупо. Ну, Shadowman говорил, там еще потом будут... кто? Карты! Ха. Это у нас что, мап 0.5 только, да? Тут их 8, по идее. Вот тут сохраняться надо обязательно. Дверочку уебываем. Ну, стреляем, мудила. Мудила! Словил плюху, видели? Вот так, нахуй. Чтоб не выеб. О, смотрите, тут можно в вентиляции побегать, или что это такое? Или это комната для тёлки были? Какая красавица! Так вот берем автоматы, так и тра-та-та-та-та. Я понимаю, что ей уже не поможешь, но все-таки. А, там война какая-то началась, да? Ты мне монстры почепить. Нахуй вы ко мне пошли, не такие. Вот кто-то там слышит, автоматчик подтрахивает. А вон она упала. Закончилось. Да. Вернуться. Пошел ты нахер, не заходи ко мне, это моя личная коптерка. Попало, попадали, а ну на. Во. Бубен. Все, а ну шкафы поюзаем. Ох ты, ёпта. Кстати, у меня патроны ведь заканчиваются. Знаете, такое как бы вот, как шестистволка в старых фильмах про Терминатора именно представляет. Как раскручиваешь, вот эти все, короче, зомби-шлюхи падают, рассыпаются, прям как Брутал Дум на запчасти.
ты, блядь, падла, спрятался? Думаешь, что если не видно, то я тебя не застрелю? А, это давилка, наверное, где-то. Пальцы стреляю, не пойми куда, не пойми чем, не пойми зачем. Ну, есть в Чайнгане определенный прикол, только звук у него как у пердычницы какой-то. Вот это единственное, что мне в Думе никогда не нравилось, потому что Чайнган стреляет как пердычница. Если бы он стрелял как, ну, ду-ду-ду-ду-ду, как Нейлган, например, в этом хотя бы, в Квейке. Да это было бы другое дело, правда. А вот звук пердычницы явно здесь не канает. Это мы попали в бок камер, там где мы не могли, короче, прогуляться, видите? Мы тут не были раньше. Они похожи на другой блок камер, но на самом деле это не то, о чем мы понимаем. А где же блять? Кончены эти текстуры. Это знаете из-за чего? Из-за текстур двери опять же. Опа. А я тут был, а я тут не был. Посмотрите, пустуны. Вот это клево, кстати. А, ну давай, поехали. Я посмотрю, что тут. Ой, блять. Поехали назад, быстро. Сука. Так, ну ладно. Мы поняли, чего ждать. Да ну, блядь, а как же их... Ну да, тут надо хоть одного как-то вынести. Пятерки есть у меня? Дайте пятерки. Пятеркой. Все, пробились в одну сторону. Я к тому, чтобы было хотя бы от одного уклоняться, чтобы... спиной не пытаться чувствовать, попадет он в меня или не попадет. Вот, другое дело. Хорошо, что, кстати, патронов хватило, они были на исходе. Пошел ты нахуй! Я не подписывался на то, чтобы в меня зомбак, который миллион патронов тут выпустил, потом из-за спины убил. Я ж вас стрелял, сукины дети. Через решетку. Где вы, блядь, повыживали? Блядь, ну нахуя такое делать? Это что, весело? А в чем веселье? Нет, честно, я не понимаю. В чем веселье? В том, чтобы я потом по три раза перезагружался? Так в этом нету ни кайфа от прохождения никого, ничего. Это просто ты запоминаешь, где сейчас тебя в жопу выебут. И заранее разворачиваешься писюном на уровне его рта. Чтобы когда он попытается что-то сделать, он уже сосал. Вот и все. Но это не более того. Это все. Просто найти нычку какую-то, в которую ты в этот момент съебешься. Взять нужное оружие и всех нахуй перекосить. А смысл в таких, ну вот, приколах? Не знаю, ладно, не моего ума дело, наверное. Смотрите, какое огромное складище. Я смотрю, вот то складище. Не-не-не, пацаны, дайте, блядь, выжить, я хочу повыживать. Охуеть. Да, это тяжко. Смотрите, 10 хитов. Ваншот. Все. Уже даже не ваншот. Ну, что я должен дальше делать? О, нычку нашелся. Я сейчас в ящике встану и пошли все нахер. У меня заканчиваются, между прочим, все патроны уже. Сейчас мы будем вспоминать, что такое берсерк. Я так понимаю. Я чувствую этот момент близок. Так, ну пока что мы в хорошем состоянии, смотрите. Меня еще не помацали, не пощупали, не повредили. Это же в каждом ящике какой-то пидорас. Откуда ты, блядь, взялся? А, ну понятно. Но это вообще нечестно за этой решеткой кого-то спавнить. И все, и вот сюда, и пошли нахер. Все, сохраняемся, больше хиты не теряем. Блять. Только сказал. И тут этот. Вот, да, вот тут петушок такой. Не, нихуя. Блять, патронов мало. Ой, блять, он сейчас всех понаподымает, пидорасов. А упади ж ты нахуй, Брутал Муди, ёбаный в рот. Смотрите, на каких я копейках вы... Ну, и то это еще ж не разрубленный бой. Ну вот, видите. Но, по крайней мере, я этот оловой... Ой, оловой, Арквайл. Нет. Арквайл хотя бы упал, уже заебись. Вот. Тихо. Сейчас мы его увидим краем глаза, дядя.
Увидели, нахуй. Ладно. Мы сейчас отождёмся. Все, по-моему, там их больше нет. Я так думаю, что я сейчас это все, когда оружие пособираю, у меня опять будет достаточно патронов, чтобы с ними воевать. Тихо. Там и лежи. Не вставай. Не надо, братан. Не дергайся. Он меня и... пугает. И вообще, он мне хиты снял. Мудак! Это не так. Смотрите, в этот раз выдержал на две пули больше, кстати. Имперский. Я о чем думаю? Я, короче, выложу пока видео с беготней. Дело в том, что просто, чтобы вы понимали, куда... Ебать, это что, динамит взорвался? А чё он, блядь, у меня за жопой резался? Я не просил такого сервиса. Пошли воевать с ними, значит. Ну, я не буду экономить тут патроны с каками-то. Как и пусть нахуй, да. Лесом, полем. Секреты самое время искать. Ебать, я даже не знаю, но это я сейчас, если спрыгну, это будет end-level, да? Нет, стопэ, я там еще одну штуку помню, приметил. Вот, кстати, она нам сейчас бы очень пригодилась. Дело в том, что она хиты дает. И вот еще одна штука, которая приметила, она тоже хиты, не поверите, дает. Так вот, о чем я говорил. Сейчас я объясню, в чем дело. Смотрите, чего у нас вот тут в этом углу есть, выход, да? А есть в другом еще вот тут. Сейчас в самом левой части экрана вы видите вот такое подробное помещение. И вот там дальше, там какой-то есть секрет. Но для тех, кто не хочет смотреть, как я буду искать секрет, можете сейчас переключить серию на следующую, особенно если вы будете потом где-то смотреть. А те, кому интересно, как я буду искать этот секрет, просто остаются со мной еще. Я думаю, не очень надолго, но минут 15 мы попроебываем. И вот что еще, короче. Я сейчас же не все камеры даже еще ощупал. Вот тут я не был, по-моему. Нет? Или был? А ну, туда. Туда это выход классический, правильно? Или неправильно? Нихуя неправильно, опять же. Но! Не туда. Поехали вот туда, наоборот. В корневой вот этот уровень. Тут что-то давайте поищем еще. Блять, нахуй я его спустил. Кто мне скажет? Какой я молодец. Молодец, что аж пиздец. Дайте мне вниз на лифте уехать, как человек. Нет? Собаки. Значит, ищем камеру с подкопом. Ну да, наверное, это подкоп имелся в виду, такой типа как лифт. Только подкоп. Вот он. Вот эта штука мне нужна. Она меня отвезет в рай. Как раз, кстати, куда надо, только я не знаю, что тут щупать, как это нажимать. Может, на факел сейчас какой-то будем нажимать. Дело в том, что там он есть место, в котором видно. Вон, видите? Супер блюсфера. Вот та. Прямо по центру. Туда надо как-то попасть. И мне похуй как. Возможно, надо где-то побить стенки какие-то. Я не удивлюсь. Мне кажется, вот этот лифт чем-то активируется поблизости, каким-то объектом. Может, в какую-то хуйню выстрелить определенно надо. Для чего-то эти факела тут стоят. Или это просто, блядь, факела? Я не знаю. И вот смотрите, еще река куда-то уходит дальше. Ладно, допустим, это река, и она не имеет никакого отношения к тому секрету. Но тогда возникает вопрос, нахуя все вот это? Кружева вот эти сраные. И еще вон, смотрите, какой-то... А, ну то окно, наверное, да? Сейчас вот, прямо сейчас, это самая нижняя часть карты, самый центр. И вот влево какое-то там, ну то окно, по-моему. Нет, мне, короче, не туда. Мне вот реально надо где-то что-то здесь искать, я так думаю. Там, где вот кровь течет особенно. Вот этот факел, который с двух сторон видно. Вот я думаю, он тут неспроста стоит. Ну, знать бы, понимаете, что опускают. Давайте вот так, прыгаем отсюда и побежали вот сюда. Ну, вот лифт явно чем-то опускается. Какой-то кнопкой, может, поблизости. Я
знаю, я вот сейчас вот думаю, гадаю, я не могу придумать место, то есть, которое бы соответствовало кнопке этого лифта. Ой, черт, похоже, зря я сюда побежал. Нет, не зря. Смотрите, вон видите, вот туда. Вот там бетонка. То есть, все-таки, я думаю, там по центру где-то проход можно расширить. Вот тут. Вот тут. Нет, не бьется? А, стопэ. Смотрим. Ёбаный в рот. И смотрите, как хитро спрятал Shadowman за факелом этот ссаный черепок. Ну вот, у нас хотя бы здоровье есть. А лифт? Лифт для того, чтобы вернуться, вы поняли? То есть я правильно догадался, что это лифт. Но спуститься на нем нельзя. А, все, ладно. Наверное, мне этого секрета хватит. Я не знаю просто, чего еще желать. Я понимаю, что где-то есть еще один. Ну, на карте, в принципе, где-то еще есть один секрет. Но я не знаю, где он, честно. И у меня, если честно, нету идей. Вот в чем проблема. Тут-то я видел мельком эту сферу. И я понимал, что мне она как бы нужна. А там, о, оружие. А что я его не видел? Стоп. Я вот этого вообще не помню. Место этого. Смотрите, какая штука. Нихуя себе. Я что-то как-то пропустил это мимо ушей. Так, нам надо туда. Туда, туда, наверное. Нет, нихера, нам туда не надо. Париж открыт, но мне туда не надо. Это самое начало, кстати. Туда нам куда-то надо. Либо знаете чего, можно вот эту штуку говнятину вот опустить. Ну и, блядь, за стеной от своего счастья. Тут вот, смотрите, в этой камере слева выход, да. Все, я понял. Сообразил, куда чего. Да, и мы попадаем за ящики. Не за решетку, но за ящики. На склад, я так понимаю. И вот тут мы как бы классно вот это сделано с динамитом. Штука мне очень понравилась, то, что делаем. Все, тут мы, наверное, сейчас сохранимся. Там никого черепа. А, тут мы сохранимся, еще раз. Я скажу все, всем спасибо за просмотр. А, возможно, я что-то вырежу там, где нудная совсем беготня, но оставлю ключевые моменты, а возможно нет. Но хотелось бы уменьшить. А, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Я буду рад. До новых серий, пока-пока.